В Северском районе завершилась акция «Блокадный хлеб». Всероссийское мероприятие проходило с 18 по 27 января. За 10 дней в муниципалитете прошло более 200 мероприятий. Встречи и круглые столы, лекции, кинопоказы, посвященные блокаде Ленинграда. А на улицах располагались пункты выдачи хлеба. Тех самых 125 грамм, спасавших жизни людей в страшные дни блокады. Дорогие ребята, я хотел бы, чтобы мы чтили память, уважали и ценили сегодня ныне живущих ветеранов, не забывали свою историю и на любом уровне говорили о нашей великой истории, о нашей стране. Вы молодое поколение, у вас еще все впереди. А эти события 40-х лет, эту войну, которая нам принесла столько горя, мы должны хранить в памяти. На сегодняшний день в Северском районе проживает 3 ветерана-блокадника – Валентина Гречко, Александра Засорина и Нина Веривская. Во время акции в пунктах выдачи можно было подписать открытку, адресованную свидетелям блокады. Завершилась акция «Минутой молчания». После нее в пунктах выдачи каждый желающий смог взять 125 грамм хлеба в память о блокаде Ленинграда.